Любовь к отеческим гробам. Три захоронения обнаружили археологи в сквере Константина Иванова в Чебоксарах. Напомним, там в рамках благоустройства территории ведутся и спасательные полевые работы. Об очередной находке в нашем сюжете. Кусочек кожаной обуви вышел. Вот мы его сейчас очищаем как раз. Человеческие останки в этой местности не редкость. Несколько лет назад здесь велись раскопки на месте упокоения прабабушки первого русского царя из династии Романовых. В сентябре этого года строители, перемешав культурный слой, обнажили фрагменты костей. И вот теперь очередная находка. Сейчас нам очевидно, что это погребение не рядовых монахинь, возможно, настоятельниц или каких-то важных, почетных монахинь. Интересно то, что хорошая сохранность. Мы видим форму колоды. По форме колоды мы можем сказать, что это 17 век. То есть и такая старина, такая древность тоже сама по себе уникальна. Удивительно, что захоронения не потревожены, несмотря на то, что находились на небольшой глубине. Предположительно, под полом северного предела Николаевского собора. Это еще раз доказывает, женщины не из простых монахинь. Чести быть захороненными в храме удостаивались немногие. Возможно, кроме этих трех были еще могилы, но они не сохранились. Зато археологам попались фрагменты скелетов. Планируем их перезахоронить. Мы сейчас подготовили ящики деревянные, мы их туда переложим. И в перспективе вместе с православной церковью мы их перезахороним. Вполне возможно, после изучения останков историкам удастся установить имена трех монахинь. Но даже если нет, находка все равно уникальная. Елена Гальперина, Михаил Солин, Республика.